воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Тобогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Ви вже звикли до того, що у нас, якщо гість чоловік, то він має бути розумним. Але якщо гість дівчина, то вона повинна бути і розумною, і красивою. Сьогодні у нас все по плану. Вітаю у нас в студії Олена Ляшенко, адвокат-міжнародник. Дякую, дуже приємно, спасибо. Я одразу хочу до справ піти, тобто ми візьмемо бика за рога, як то кажуть. Уряд України подав апеляцію в Велику палату Європейського суду з прав людини. Стосовно чого вони там судяться, на що вони розраховують? Ну, в принципі, якщо вони починають щось, значить вони на щось розраховують, і вони впевнені, що вони переможуть приблизно так же само, як в Стокгольмському арбітражі суд з «Газпромом» відбувався. Здесь, я думаю, другой принцип. Мне очень понравилось высказывание там, кого-то из моих комментаторов в Фейсбуке, что логика не может быть, да, здесь принципом идти и позориться до конца. То есть здесь вот пошли до конца позориться, потому что, в принципе, ну, все понятно, что этот закон, о люстрации так называемый... То есть веры немає, что они сейчас... Что он грубейшим образом нарушал права человека. Об этом высказалась Палата Европейского суда, высказалось, причем единогласно, никаких особых отдельных мнений нет. Поэтому что тут можно обжаловать? Здесь нет никаких оснований для пересмотра. Потому что большая палата пересматривает решение палаты в исключительных случаях. Это должно быть какой-то очень сложный вопрос. Вопрос толкования, применения самой конвенции. То есть в исключительных случаях только. А здесь никакого исключительного случая нет. Потому что практика по поводу люстрации, она уже сложилась у Европейского суда. Мы не первая страна. То, что у нас были просто свои особенности люстрации, это другой вопрос. И ну, Европейский просто, может, мы суд... Мы могли бы как-то изменить, мы же прагнемо... якось вплинути на наших західних партнерів і щось нове в цю стару Європу привнести? Ну, ми привнесли, так, да, ми привнесли грубіше нарушення, тому що наша люстрація кардинально відрізнялася від тої люстрації, яка була в Європі там давно. У нас були своє там ноу-хау, да, у нас навіть президент, який теж работал министром экономики в Кабмине Азарова при Януковиче, сам же подписал закон о люстрации, да, Порошенко. То есть такого еще Европа не видела. В принципе, таких двойных стандартов и такого цинизма Европа не видела. Они это все оценили в решении Европейского суда. Расписали очень детально, в чем состояли эти нарушения. После чего министр юстиции Моллюска выступил и сказал, что он не понял. Он не понял, о чем решение. Он не понял, что вообще делать с этим. Поэтому надо обжаловать. Пусть теперь большая палата ему разъяснит. Вот лично ему разъяснит, что же случилось, почему. А это только Моллюска не зрозумев, чи есть еще... Я выступил с этим, да, министр юстиции сказал, что ему непонятно это решение, надо разъяснить. Но, в принципе, Большая палата не занимается разъяснением решения для отдельных министров, которые что-то не поняли. То есть, если ты что-то не понял, наверное, ты не на своем месте немножко находишься. Вот. Поэтому я думаю, что Большая палата не будет ничего пересматривать. Они откажут в этой просьбе. Ну, в принципе, нам же ничего такого, как-то кажуть, за спрос никто не бьет. Тобто вони можуть спробувати. Они это сделали, я думаю, что они это сделали с одной целью. Ну, дело в том, что поскольку там под министром есть люди более, скажем так, читающие и понимающие, я думаю, они сделали это с другой целью, чтобы оттянуть исполнение решения. Потому что решение вступает в силу, да, через, после того, как закончился срок на обжалование. Вот три месяца на обжалование решения Евросуда в Большую палату, а потом три месяца на исполнение. То есть они оттягивают таким образом срок на несколько месяцев, оттянули. То есть они дочекали десь... Приблизно, да, три они месяці. Последний день. Последний да, день. Молодці. Да. Ну, конечно же. А вот чому кажуть, що у нас якісь вони не дуже розумні? Розумні і хитрі. Молодці. Да, вот они все. В последний день срока, который вот трехмесячный срок, последний день они обжаловали. И такие все думают. Ну, теперь сейчас, пока Большая палата там рассмотрит, скажет, что нет, это не подлежит пересмотру,
у них там оттянулось пару месяцев на исполнение. Ну, выиграли вы какое-то время, но по сути это ничего не меняет. То есть, ну, просто вы очередной раз продемонстрировали людям, да, избирателям новой власти, что вы продолжили курс предыдущий, вы продолжили курс Порошенко. То есть вас люстрация, вы не признали, что люстрация нарушает права граждан, вы считаете, что это нормальная ситуация, нормальный закон, менять его не нужно. Ну, вы показали, да, что вы та же как бы команда. Ну, а чего вони бояться? Вот я хочу зрозуміти. Вот, например, Велика Палата каже, все одно вот таке рішення ми приймаємо. І що, в принципі, зміниться? От чого вони бояться? Що люди, які просто які пройшли процедуру люстрації, вони просто почнуть Постановлюватися, да? На посади. Ну там же вже сидить розумний Мілованом, наприклад, чи інша людина. Як це? От чи два стула поставити там? Ну, во-первых, що це дасть? Ну, во-первых, констатація нарушення прав, да, дає можливість пересмотра всех дел уже в соответствии с этим решением. Потому что по всем люстрационным делам иски были приостановлены в административных судах до вынесения решения Конституционным судом. Конституционный суд не разродился, да, за 5 лет никаким решением. Это сделал Европейский суд. То есть теперь Конституционный суд должен тоже это принять во внимание, да, уже решение Европейского суда, вынести свое решение, и все административные суды пойдут путем уже понятно каким. То есть у них уже есть вот на что ориентироваться. Все, дальше компенсации, большие выплаты. Мало того, что за, скажем так, вымушенный прогул, да, так еще и моральный ущерб все получат деньги. То есть все это деньги из бюджета. Плюс, да, восстанавливаются будут на должностях. Неужели у нас не вистачить грошей из бюджета? Если у нас такие достаточно непоганые зарплаты сейчас ставят представникам уряду и керівництва нашего, то я понимаю, что в принципе гроши есть, гривня зміцнилась, значит все у нас хорошо. Да, для министров и заступников нормальные такие были премии, зарплаты. Молодцы, правительство, видно, хорошо поработали. Правда, мы не заметили, но видно, они для себя хорошо поработали. Ми помітили дуже добре. Ну, трошки не в плюс, а в мінус. Ну, це моя особиста думка, яку, в принципі, я не буду розповсюджувати. Ну, от ти ж сказав, Гончарук, що вони нічого не розуміють в економіці, вони профани, так? Ну, мабуть, профанам потрібно так платити, по їх логіці. От я хочу одразу перейти до пана Гончарука. От я, відверто, не до кінця зрозумів, що відбулося. Я маю на увазі зустріч пана Гончарука і пана президента, коли ми всі знаємо, що тоді відбувалося. Думаю, якщо хтось ще не чув цю розмову в Кабінеті міністрів, то послухайте. От, і після цього всього все рівно пан президент каже, залишайся, ми тобі даємо останній шанс. Це пов'язано з чим? Що людина, в принципі, каже щось неприємне про президента, ну він такий класний фахівець, мабуть, да? Що просто немає іншої людини в країні, на яку можна замінити. Я думаю, здесь два моменти. Перший момент – це те, що наше правительство навязано нам извне. Абсолютно. Такие, да. То есть соросята, да, но не зря же к ним приклеилась это эпитет прекрасный. То есть конкретно мы наблюдаем такую интервенцию. Какие же украинские, украинцы, какие разумные, и они завжди найдут какую-то такую, такое гарное слово могут подобрать, вот, какое лаконично. И были парохоботы, стали соросята, да. Поэтому без согласования с внешними партнерами, скажем так, да, это правительство выгнать оказалось, видимо, для президента невозможным. Ну и второй момент чисто политический, уже внутриполитический, что, да, понятно, парламент большинством проголосует отправить в отставку, но вопрос в другом. Новое правительство смогут не назначить, то есть за новое могут не найти голоса. А тогда, если нового Кабмин не образуется, ну, парламент оказывается под ударом, потому что его можно распустить. И это означает, что пан Гончарук может сказать будь что, даже в прямом эфире. Да, к сожалению, да. Потому что депутаты это прекрасно понимают, они боятся потерять свой мандат. Они, понятно, что
Ну, президент ще тоже, не відпрацювали всі, да, конечно, да, да, президент там тоже понимает, что большинство он может уже не собрать потом на следующих выборах. То есть масса таких вот внутриполитических моментов, плюс как бы мнение извне, да, которое тоже навязывается, и ну, не зря же таких некомпетентных людей собрали в этом правительстве. Ну, може, вони подумали так, що були дуже компетентні люди, не працювало, то значить, треба зробити навпаки. От, і, ну, ладно, ситуація довела нам, що це теж не працює. Порошенко, пан Порошенко. Ми сумуємо за ним трошечки. Ну, він раніше якось частіше з'являвся на телебаченні, розповідав нам про перемоги. Потому что вот насправді зараз якось... Может, вы просто на телебачення смотрите? Прямой надо смотреть пятый, там регулярно. Да. Ну, я, да, не вистачає часу. Вот. І пану екс-президенту не вистачало часу до того, щоб прийти на допит в ДБР. Але от адвокат сьогодні сказав, що 24-го вже буде час у пана президента відвідувати ДБР. Це якось пов'язано нарешті з тим... Це пов'язано з тим, що зараз начебто депутатську недоторканність зняли? Тобто вже немає таких можливостей чимось дуже таким важливим зайнятися десь на Мальдівах чи десь в іншому краю? С одной стороны, да, потому что действительно депутаты утратили иммунитет в этой части, да, в части, скажем так, уголовной ответственности, привлечения к ней. Но, в принципе, по большому счету, для Порошенко ничего не изменилось. Потому что, как раньше, имея депутатскую неприкосновенность и имея хорошего друга генерального прокурора Рябошапку, который... Стоп. Мы все чули, что это 100% людина пана Зеленского. Я думаю, что президент немножко ошибся, честно говоря. Потому что это не его человек. Явно не его. Потому что, идя на выборы с одними тезисами предвыборными, а на самом деле мы наблюдаем другую картину. Подозрения в отношении Порошенко не подписываются генеральным прокурором. Они там теряются в недрах офиса уже генеральной прокуратуры. Да? Может, там слабенькая аргументация? Ну, не думаю, что настолько слабенькая, чтобы столько криминальных дел, чтобы... Вы же понимаете, что просто так дело даже не регистрируют. Да? Его не вносят в ЕРДР. Поэтому, если усматриваются какие-то действительно обоснованные, да, подозрения, что есть, почему нет, расследуйте, пусть потом суд примет решение. Ну, может, суд оправдает, кто же знает. Не обязательно суд должен его посадить в тюрьму, а может, его оправдают. Но для этого надо подозрения, нужно, чтобы шли активнее следственные действия. Генеральный прокурор ничего не подписывает, он не вносит представления в парламент на снятие неприкосновенности, как это было раньше, да, то есть у него для этого было полгода до января месяца, когда уже закон поменялся. Это сейчас уже не нужно, а тогда почему нет? Но сейчас тоже ничего не изменится, потому что генеральный прокурор на своем месте. И каждая, скажем так, действие все равно согласовывается с генеральным прокурором в отношении тобто, народного депутата. Выпадку, тільки через конечно, прокурора конечно. Генеральный прокурор всегда согласовывает все действия. То есть, да, Державное бюро расследования является следственным органом, но над ним осуществляет процессуальное руководство генеральная прокуратура. Поэтому без генеральной прокуратуры все равно ничего не сдвинется. Поэтому Порошенко, в принципе, все неплохо и дальше, пока Рябошапка на своей должности. А вдруг что-то таке трапиться, что Рябошапка схватиться за шапку и крикне: «Я ж людина Зеленського». И как подпише, ну, это, в принципе, балачка просто, билетристика. Ну, я думаю, что рано или поздно к этому придет, что придется такие что-то делать. Да, можно тянуть время долго. Ну, по сути, это и происходит. Тянут время. Но рано или поздно придется либо говорить открыто, что... Прошлый режим Порошенко был хороший, он ничего не нарушал. В принципе, все нам нравится. А мы вот это вырежем, да. Все нам нравится. Вы что-то... Только это и вышему, что Порошенко хороший. Да, обязательно потом это будет цитата. Да? Я сказала, Порошенко хороший. Спасибо. Да. То есть, есть варианты развития событий. Либо признавать, что все было хорошо, никто ничего не воровал, никаких госизмен не было. Никакой коррупции не было 5 лет. В принципе, Гончарук это и признал, потому что аудита никакого не было. Он же пришел, когда его назначили премьером, он сказал, что я проведу аудит. Не
никакого аудита нет по сей день, поэтому они... Может, вы неправильно немецкую марку авто... Ауди. Да, вымовляю. Ауди ТТ. Ауди. Да, может быть. Вот, наверное. Ну, может быть. Может, они разбираются, что он на самокате передвигается, он не разбирается в автомобилях. Возможно. Да, да, да. Возможно, в этом причина. Як добре, що ми такі розумні і знайшли аргументацію його поведінки. Так, ми його, видите, як оправдали. Поэтому есть варианты развития событий. Либо же говорить о том, что да, Порошенко действительно подлежит уголовной ответственности, надо разбираться в суде, изучать все. Ну, посмотрим, какой путь они выберут. Потому что пока курс идет такой, продолжатели курса Порошенко. Тобто, все, що ми, в принципі, побачимо, це його зустріч з ДБР, але те, що просунеться, ми, в принципі, можемо тільки... Що таке допрос? От ти прийшов на допрос, ти можеш сказати, стаття 63 Конституції, я ніяких показань давати не буду. Ну і все, і пішов. Дорогі друзі, запам'ятовуйте. 63 стаття, нічого. Звісно, ти маєш право не свідчити проти себе. Тобто, якщо тобі ставлять конкретні питання, а були ли ви, а робили ли ви, говоришь, ну нет, не знаю, статья 63 Конституции. То есть допрос длится в таком случае 15-20 минут максимум. И то из них дольше заполняют твои анкетные данные. Вот и все. То есть это вот такой допрос будет. Он придет, скажет, статья 63 Конституции. На интервью не потянет, да. Не потянет, не потянет. Но я удивляюсь, почему он раньше не ходил. Потому что точно так же можно было прийти раньше на допрос и прикрыться статьей 63 Конституции. И показать, что ты, ну, не избегаешь, да, ты ходишь, вот, законопослушный такой гражданин, ты ходишь на все вот процессуальные действия, тебя вызвали, ты явился. Но вот эти 24, по-моему, неявки на допрос, это тоже плохо для его дальнейшей, скажем так, уголовной биографии, потому что при избрании меры пресечения суд будет обязательно смотреть, как ты ходил на допрос, уклонялся, не уклонялся. Если ты уклонялся от следствия, ну, тогда мера пресечения может быть пожестче, да, и, то есть это основание для избрания более жесткой... Да, да, это одно из оснований для избрания более жесткой меры пресечения. Ладно, залишимо нашого улюбленого екс-президента, пана Петра Олексійовича, і перейдемо до... У Святослава Вакарчука з'явився справжній фанат, який досліджує всі його концерти, які відбувалися в Україні, за кордоном, які будуть відбуватися. І мова йде про Андрія Портнова. Чому він так став стежити за паном Святославом Вакарчуком? Ну, я розумію, що там щось пов'язано з податками. Я думаю, что да, податки – это очень важный вопрос, но здесь более важна, скажем так, моральная сторона, потому что человек позиционирует себя как патриот. Патриот. Он глава фракции в парламенте. Он рассказывает, как нужно что кому делать, то есть как надо родину любить. Як треба не любити іншу країну. Да, он дает постоянно комментарии, что вот здесь надо было так, а здесь надо было не так. Ну, человек постоянно активно участвует, да, в политической повестке. Поэтому возникают к нему тоже вопросы. А насколько ты, ну, а, компетентен в этих вопросах, а, б, насколько ты вообще морально имеешь право это озвучивать? Ну и когда, конечно же, подняли его там декларации и подняли его концертную биографию, она не совпала. Получилось, что, ну, концертов было очень много, соответственно, может, денег много. Может, он... Просто ездить. А вот в декларации не отображено. Поэтому, конечно, да, неуплата налогов вполне реальная статья. Ну там вот стосовно пан Портнов акцентував, що проти сусідньої країни дуже часто говорить пан Вакарчук, але він виступає. Ну, я не стверджую, але пан Портнов казав, що він виступав безпосередньо перед олігархами, представниками тої сусідньої країни. Я от думаю, в принципі, отакий патріотичний нарив, він, от є, наприклад, не дуже красива дівчина, ми можемо випити горілки, і тоді вона становиться красивіше. І може тут те ж саме патріотичне почуття, якщо його залити грошима, то воно теж якось розтає. Видимо, вот, видимо, да. Деньги не пахнут, я так понимаю. Потому что, ну, он прекрасно в 15-16 году давал концерты на корпоративах. Причем не просто концерты там на ЦСКА Олимпийский или где-то еще, а конкретно на корпоративах для российских олигархов, там, в Монако в частности. И спевав им песню, яку?
все буде добре. Я не здамся без бою. І не здамся без бою, так. Да, ну, а зараз же ж отдых в Таїланді теж був прекрасний, так. Да. Це про прищики? Чи що там, як його... Ну, це, я бачу, що там щось ліпив в піски. Ну, так. Да, ну, там багато було, да. Що-то там, да, от в Таїланді якраз, да. Наверное, депутати не повинні так відпочивати. Не в Україні, да, патріоти, от іменно патріоти. Которые бьют себя в грудь и говорят, там мы же патриоты, мы же за державу, за Украину. И раз в Таиланде на отдыхе, а что ж ты не в Карпатах? Ну, что ж такое? Бо там нема російських олігархів. Ні. Да. Так, все, ми не будемо про це говорити. Ну, добре, а от питання. Зараз, на даний момент, пан Вакарчук, він очолює партію «Голос», він є депутатом, він, як каже всім відомий і... Дуже відомий пан Портнов, що він не сплачував податки. Якщо це доведуть, які наслідки можуть бути? Знов звертатися до пана Рибошапки? Ну, звісно, так. Да. Тут опять пан Рибошапка, тому що Вакарчук в статусі народного депутата. Понятно, що у нього немає вже неприкосновенності, але в будь-якому випадку все буде підписувати генеральний прокурор в відношенні народного депутата. Да, здесь і... Ну, статья неуплата налогов – это штрафы в основном, да, то есть он может получить, в случае вынесения приговора судом, его обяжут выплатить штрафы. Но, тем не менее, судимость будет, да. Это, ну, если, конечно, это все… Тобто, пан Вакарчук, скоріше за все, перейде с рок-музыки в шансон. Владимирский централ, ветер северный. Ну, да. Может быть и такой вариант развития событий, но я опять же думаю, что не при Рябошапке. Это надо, чтобы действительно поменялась вот эта политическая конъюнктура, тогда эти все дела можно будет сдвинуть с мертвой точки. Але знов мы зациклюємося на те, що ми не можемо поміняти навіть прем'єр-міністра, тому що ми не люди, які могли б його поміняти, не зможуть зібрати потім ту кількість людей в Верховній Раді. Тобто ми розуміємо, що у нас все буде стабільно. И ничего изменяться не будет. Правильно? Сложно сказать. Возможно, уровень, скажем так, недоверия общества и вот все-таки дискредитации этих персонажей дойдет до такой же критической точки, вот критической, да, когда президент возьмет и увидит свой рейтинг, увидит, кто на него так влияет негативно, да, на этот рейтинг, обвал его скорее, и все-таки примет волевое решение, что вот этих людей надо менять. Ну, это так не может быть. Люди не доверяют вот конкретно этим персонажам, потому что вот они себя ведут. Потому что это, я уверена, что это не последний скандал с Гончаруком, не последний скандал там, с Рябошапкой. Он дуже талановитая людина. Да, это будет продолжаться. То есть она должна дойти до такой критической точки, чтобы уже вот все. Да, уже надо что-то с этим делать, потому что, ну, тут вопрос уже личных амбиций. Да? Готов ли ты в ущерб себе, в ущерб своим уже обещаниям, ну, окончательно потерять, скажем так, свое лицо. Готов, не готов. Вот и все. И мы сможем побачити битву электроприводів, коли електричний самокат тікає від електричної Тесли, яка його догоняє. Да. Дорогі друзі, ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимося, що цікавого вони нам сьогодні розкажуть. Це ТВУ! Топ-блогери України. Эта неделя – это звездный час нашего премьер-министра Алексея Гончарука, потому что все о нем да о нем, все не прекращаются разговоры. Сегодня пришел в Верховную Раду, забегу наперед, а просто как звезда зашел. Привет, привет, как дела? Такой прям весь важный, звезда. Ну, и правда звезда. Новость номер один – это то, что Владимир Зеленский отреагировал наконец-то на скандал с Гончаруком, на слитые переговоры, слитые аудиозаписи. И, как и следовало ожидать, не может президент сказать о том, что премьер говнюк, о том, что премьер его практически оскорбляет, относится к нему как к дурашке. Поэтому президент в свойственной такой благородной манере сказал просто отреагировать всем правоохранительным службам на эту ситуацию для того, чтобы выяснить, а кто же записи-то вел, что за крыса это сидела. По моему мнению, это ничего не значащий шаг, конечно, за ним не последует никаких действий. Почему? Потому что мое мнение, что это какая-то крыса сидела и записывала. Конечно, мы можем поверить в версию того, что их прослушивали, что там стоят жучки, но кто может прослушивать премьер-министра?
только кто-то, кто стоит выше. А если этого выше оскорбляют, зачем ему же потом сливать эти аудиозаписи в сеть? Поэтому мое мнение, что это кто-то просто записывал на телефончик, вот и все. Новость номер два, самая важная за сегодня, это то, что Гончарук с самого утра заявил о том, что подает в отставку. Точнее, он подает заявление президенту на подпись, но это странно, потому что президент не может отправить премьер-министра в отставку, за это должна проголосовать Верховная Рада. Но Гончарук показал о том, что на самом деле он предан. На самом деле ничего в его словах не было плохого. И чтобы продемонстрировать даже лояльность и уважение к президенту, он готов подать в отставку. После этого Гончарук пришел на заседание Верховной Рады, которое сегодня закрылась вторая сессия. Пошли они опять гулять, но не гулять, якобы работать с избирателями. И Гончарук пришел, я же говорю, выглядел просто, ну просто душа компании. Все к нему подходили, все с ним здоровались, он просто суперстар. Но в итоге он вышел, сделал короткое заявление и не захотел отвечать ни на какие вопросы, хотя сегодня был день година запытань до уряду, премьер-министр не захотел отвечать на вопросы и ушел. Новость номер три. Пока все опять же Гончарука, есть и люди, которые поддерживают премьер-министра. Например, телеграм-канал, а я хочу напомнить, что телеграм-каналы сейчас очень модные, и вы должны подписаться на мой телеграм-канал, если вы хотите читать на протяжении дня, что я говорю. Так вот, телеграм-канал «Легитимный» сказал о том, что МВФ выразила поддержку Гончаруку и сказали, что вот хороший премьер-министр за несколько месяцев, как вот помог нам. Честно говоря, я вообще очень негативно отношусь к тому, что какие-то там заграничные иностранные структуры, организации в случае какого-то внутреннего конфликта, даже можем его назвать, начинают выражать свою поддержку или не поддержку, или вообще свое мнение. Вашего мнения здесь вообще быть не должно, потому что к Украине вы никакого отношения не имеете. Но Гончаруку, наверное, приятно, пока все его вокруг МВФ поддерживает. Глава фракции Давид Арахамия тоже выразил свою поддержку. И вот есть такие люди. И вот иногда как скажет что-то, вот лучше и не придумаешь. В поддержку премьер-министра Давид Арахамия сказал, как говорится, на переправе коней не меняют. Это лучшее, что мог услышать в свой адрес Гончарук. Но какой премьер-министр не хочет услышать, что он конь, которого не надо сейчас менять на переправе? Казалось бы, ну вот когда происходит что-то странное, когда, например, всю неделю обсуждают зарплаты там какие-то помощникам министра, когда сливают аудиозаписи придурковатого премьер-министра, который почему-то в кабинете сидит и обсуждает и унижает президента, все должны вести себя идеально, вообще не должно быть ни одного даже промаха. Просто я бы сказала всем, закройте свои рты просто на неделю и сидите молча, вообще не вылазьте. К власти пришли реальные уникалы. Ну вот если, например, прошлая власть была властью каких-то таких мразей именно, то это как вот дураки, вот просто дебилы. Иначе я не очень могу объяснить о том, что сейчас в разгар такого вот скандала в кабинете министров глава Минюста выложил фотографию о том, как его рука подписывает документы из-под стола, а он где-то валяется на полу. Тут я вроде должна была посмеяться, у меня как вроде чувство юмора есть, а не смешно. Смотрю и думаю, дурак ты или притворяешься? Вам-то тоже кажется, что Министерство юстиции одно из самых важных вообще в стране, ведь это все, что касается закона, правда? Но нет. В общем, я как вначале сказала, что эту неделю можно просто ознаменовать неделей Гончарука. Но нет, бросьте. Эту неделю можно ознаменовать неделей кабинета министров. То Милованов рассказывает, как он 10 раз травку курил, то помощники министров получают по 300-400 тысяч зарплаты, то у нас Гончарук сидит, то у нас министр юстиции лежит. Ребята, что же с вами? Что же с вами, а? Я вот улыбаюсь на самом деле, а над вами плакать надо. Тут немає табу. Олена, дуже дякую за те, що ти була у нас сьогодні в гостях. Як завжди, дуже приємно і результативно ми з тобою поговорили на насущні теми. Спасибо за приглашення. З вас следующий раз цепь. Обов'язково. В наступний раз у нас буде дві цепі. Да.
Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.